Капитальный ремонт больницы завершился в отдаленном поселке Тампонского района. Здравница в селе Тополиное построена 30 лет назад, и работы предстояли масштабные. Все осложняла транспортная схема. Доставка стройматериалов занимала слишком много времени. А вот что в итоге получилось, расскажет Нина Ханарова. В самом отдаленном наследии Тампонского района, оленеводческом селе Тополиное, несмотря на проблемы с транспортным сообщением и доставкой строительных материалов, произведен капитальный ремонт участковой больницы. Тополинская участковая больница была построена в 80-х годах прошлого столетия и до сегодняшнего дня ремонтировалась лишь единожды. В больнице было очень холодно, неуютно. Пациенты с большой неохотой ложились в стационар. Ну, у нас больница, это сам 1984 года постройки. Мощность у нее в свое время, это самое, у нас было 37 посещений. Значит, ремонт, капитальный ремонт у нас проводился в 2015 году и в 2016 году. Сумма у нас, это самое, за два года, вот эти, которые прошло, 10 миллионов 431 тысяча. Несмотря на то, что этот год выдался очень непростым в плане доставки материалов и оборудования, строители приложили все силы для окончания долгожданного ремонта. Были установлены стеклопакеты, полностью заменены дверные блоки, проложена новая электрика, произведена обшивка и утепление здания внутри и снаружи. После ремонта участковая больница приобрела совсем другой облик. Стало тепло, светло, уютно. Не хватает лишь современной мебели, которую, как надеются пациенты и сотрудники, в скором времени они получат. В принципе, мы все удовлетворены работой, качеством работы, и также эстетический вид улучшился, да, стало теплее, да, это хорошо и как и для пациентов, так и для нас. Несмотря на большую удаленность от райцентра, персонал и больные очень довольны качеством проведенного ремонта, обеспечением лекарственными препаратами, доступностью и качеством медицинского обслуживания. Нина Ханарова, Мария Винокурова, НВК Саха, Тампонский район.